Мы везде были до Ехатун. Никто ее не видел, осталась только прачечная. Идите вы. Я устала. О, Аллах, куда же она пропала? Сюмбюляга, пойдем со мной, там очень темно. Ладно. Пошли, пошли, быстро, быстро. Сошла! Как ты могла? Я все для вас, госпожа. Иначе она призналась бы. Мы с вами пропали бы. А так она сама. Мы спасены. Ты себя со мной не равняй. Это ты одна все сотворила. Ты все устроила. А я супруга султана. Не смей забывать этого. Госпожа, разве я сама это? Сама. Ты Хюрем убить хотела. Что ты знаешь о Хасибе? В работе она очень послушная. Всех бросить в темницу. Охрану, поваров. Всех бросить в темницу! Если бы наш правитель отведал того десерта, что бы с нами было? Как этот десерт донесли до покоев? Вы, охраны и дегустаторы, на что вы годитесь? Кто бы ни совершил это гнусное предательство, он поплатится своей жизнью! Хранитель покоев! А ты, Шакерага, иди на кухню. Господин, мы нашли ее, нашли. Но только все не так просто. Что, Сюмбюляга, давай говори. Девушка повесилась в прачечной. Сама себя казнила. Сама себя. Испугалась того, что с ней сделают. Болталась прямо на простыни. Подруга у нее была? Подруга должна быть. Найди и приведи ее. Она не болталась без дела. Всегда работала. Да, Ехатун, меня это не волнует. Ведь ты управляешь всеми девушками в этом гареме. Иди найди подругу. Скорей! Пока искали, я видел Гюльшах. Она так волновалась, прямо тряслась вся. Что ты хочешь сказать? Гюльшах шла за лекарством для своей госпожи. Так, Сюмбюляга? Потому и волновалась. Правда? Приведи мне Гюльша. Живо! А ну, хватит! Прекрати плакать! Госпожа, простите, что беспокою вас так поздно. Хранитель покоев Ибрагим Ага зовет Гюльшах, если вы позволите. Зачем она ему нужна? Клянусь, не знаю, но сказал срочно. Что ж, иди, Гюльшах.
Входи, Гюльшах. Дае Хатун, оставь нас. На. Не плачь, Гюльшах. Не плачь. Не бойся. Говори. Что говорить, эфенди? Я ничего не знаю. Зачем вы меня звали? Гюльшах. Я знаю тебя еще со времен дворца в Манисе. Давай не увиливай. И не лги мне. Что вы, эфенди? Как я могу? Как я могу вам лгать? Все, не плачь. Ты мне скажешь. Скажешь только правду. На мне греха нет. Это Махидевран Султан велела. Она дала яд. Я лишь Хасибе нашла. Она отравила, когда несла. Все, тихо, молчи, молчи, Гюльшах. Не порочь имени своей госпожи. Ты меня поняла? Поняла! До самой смерти своей будешь молчать. Хасибе повесилась. Я не уверен, что сама. Все для моей госпожи. Клянусь, лишь для блага ее. Я велел тебе замолчать. Молчи, молчи. Запомни, молчи. Уведите ее. И уберите тело Хасибе, пока не поднялся шум. Слава Аллаху, Хюрем спасли. Лекарь сказала, все позади. Да будет так, повелитель. Выходит, я полюбил ее, Ибрагим. При виде ее страданий я чуть не умер. Что скажешь, кто отравитель? Я осудил всех, кто допустил это. Те, на ком лежит грех, завтра будут казнены. А подложившая яд сама себя наказала. Она повесилась. Значит, она не скажет, кто приказал ей это сделать. Ты можешь стараться все скрыть, но я знаю, кто подложил эту отраву Ибрагим. Предатель недалеко от меня. Неверные напали. Тише, Мустафа. Это просто сон.
Разве мы с твоим отцом можем бросить тебя? Войны нет. Наш правитель с победой вернулся домой живым. Он победитель. Сыночек. Вот. Мы одна семья. Я с тобой. Ложись спать, сынок. Пусть тебе снится наша семья. Хранитель покоев собрал всех и расспросил каждого в отдельности. Валиде Султан, не верю, что Хасибе пошла на предательство. Он и Гюльшах допросил. Гюльшах допросил? Что ж, Дае, делай, что скажет Ибрагим, и скорее. Надо разобраться, пока все не узнали об этом. Поторопись, Дае. Сынок, что, Хюрем хуже стало? Останови эту женщину. Если ты не сможешь, смогу я сам. Кого мне надо остановить, не понимаю. Усмири невестку. Это она подложила яд в еду твоего сына. Это мать моего наследника. Хватит, Валиде. Хватит. Моему терпению пришел конец. Задавал вопросы, спрашивал меня, дружна ли я с Хасибе. Ну и? Нашли труп Хасибе. Хотят знать, с кем она дружила. Я сказала, мы землячки, но мало общались. Я ведь всегда при госпоже. И как же состояние Хюрем? Очень тяжелое. Не дотянет до утра. Завтра утро будет добрым, иншалла. Трудная ночь выдалась, Ибрагим. Утра все нет. Я хочу увидеть солнце, чтобы оно выжгло своими лучами всю грязь. Солнце взойдет, мой государь. Скоро. Я у Махидевран был. Хотел уличить ее в совершенном и выкинуть из дворца, но не смог. Когда я вошел, она говорила о Мустафе, о семье. О счастливой семье. Семье, где есть любовь, есть уважение. Я не смог, Ибрагим. Когда увидел невинное лицо сына, ушел. Тайком. Пусть сын думает, мы семья. Живем мирно, счастливо.
Я не могу ранить Мустафу. Я запишу это событие. Я не смогу это забыть. Я никогда не прощу Махедевран. Никогда. Повелитель, ваша совесть вам этого не позволит. Ибрагим, не беспокойся о моей совести. Это моя совесть, и я сам услышу ее голос. И не надо меня поучать. Кто совершил, должен заплатить. День добрый будет, я чувствую это. Гюльшах, все беды уходят. Да, госпожа. Доброго вам утра, госпожа. Хранитель покоев Ибрагим Ага желает немедленно видеть вас. Это очень важно. Правда? Подожди меня снаружи, я уже иду. Я верю, Ибрагим скажет благую весть. Слава Аллаху, он услышал мои молитвы. Гюльшах, чудо! Мы спасены. Подай-ка мне вон тот платок. Надо спешить. Что, Хюрем? Вот. Ничего. Толкается. Сын жив. Сюмбюль Ага, как там ваша больная? Я слышала, она совсем плоха. Да, ночь была тяжелой. Мы чуть ее не потеряли. Она ведь могла погибнуть. Но ей уже намного лучше, слава Аллаху. Моя госпожа, благодарю за то, что вы изволили прийти. У вас что-то важное, хранитель покоев? Эта дверь стала приносить мне лишь боль. Госпожа. Не нужно, чтобы султан знал, что вы здесь. Не беспокойся. Султан давно уже на меня не смотрит. Отворачивается. Будто меня нет. Будто мы не делили с ним ложе.
будто я не родила ему сына, я... Почему вы решились на отравление? Сначала история с кольцом, побои, а теперь яд. Госпожа, из того блюда мог отведать и он, султан. Он пригрел на груди змею. Она его отравила, лишила разума, воли. Эта русская рабыня отравит всех нас. Не надо так говорить. Если вы будете это продолжать, то я не смогу больше вас с Мустафой защищать. Для меня вы семья. Ваша судьба меня очень волнует. Я поклялся, что до конца своей жизни, до последнего вздоха, буду охранять вас и Мустафу. Султан Сулейман отказался. Вычеркнул нас. Как ты будешь охранять нас, Ибрагим? Держитесь подальше от этой женщины. Подальше. Занимайтесь шехзаде Мустафой. Его нужно подготовить к трону. Занимайтесь только им. Ты слышишь ее? Если бы у меня не было Мустафы, я бы ни секунды не думала, убила бы себя. Ты говоришь, не думай о них, не обращай внимания. Научись делить с ней любимого. Молчи. Уничтожь себя, растопчи себя. Как же мне справиться с этим горем? Постой. Ты много ешь? Не я. Это сын хочет есть. Ты выздоровела, это точно. Ты так скоро мою дверь не пройдешь. Я пополнела, и ты меня разлюбил. Все. Я тебя любую люблю. Вот. Съем тебя с медом и сливками, Хюрем. О. Гюльшах, хоть пощади. Кроме нее у меня никого. Отошлите ее на время. Отправьте ее во дворец в Эдирне. Все пройдет. И вы снова будете счастливы с вашим сыном. Помоги, Ибрагим. Не оставляй нас. Не бойтесь, госпожа. Я поклялся. Избавься от этой женщины. Или она избавится от нас. От тебя. От меня. От Мустафы. Меня вчера ночью отравили. А если бы я умерла, то лежала бы теперь в сырой земле. Ты всегда будешь со мной. Ибрагим до утра искал виновного. Все виновные наказаны. Ибрагим будет тоже наказан? А почему же он не защищал твою и мою жизнь? Где он был? Не думай об этом. Ибрагим знает, что делает. Знаешь, сколько раз он меня от смерти спасал? Thank you.
Ты злишься на меня, уходишь. Я не злюсь, я к Ибрагиму. Почему заперся? Прошу простить. Этой ночью столько людей сюда заходило. Я запер двери и забыл. Мы сегодня ждем посланников? Да. Русские и венецианские посланники. Вы, вероятно, идете к Валиде Султан. Я прикажу все подготовить. Я не намерен пока идти к Валиде, Ибрагим. Есть другие дела. Подготовь для Хюрем Хатун покои. Слава Аллаху, она здорова, и она сохранила ребенка. Отправь к ней наложниц, чтобы все было готово сегодня же. Нигер Калфа быстро все сделает, госпожа. Госпожа, я сама все устрою, не переживайте. Предупредите на кухне, чтобы ее теперь как следует кормили. Чтобы никаких случайностей. Вплоть до родов я не хочу слышать ни ругани, ни жалоб, Дае. Я доверяю тебе. Нигер Калфа, прошу тебя, сделай сегодня же. Как же я устала от всего, Дае. Я ищу счастье, какое было в нашем старом дворце. Ни минуты покоя. Даже мой сын груб со мной. У меня уже сил нет. Бросаешь меня одну? Уйдешь? А если я умру? 6-летний Мустафа и тот разумней. Ты здорова. Вокруг тебя столько людей, а ты меня не отпускаешь. В душе ты все еще дитя. Я или твои дела? Сейчас дела, а вечером ты. Посланники прибыли, повелитель. Иду, Ибрагим. Здоровья вам. Ты знаешь, кто меня отравил? Этот вопрос закрыт. Закрыт, да? Ты закрыл? Ты тоже в этом замешан? Следите за тем, что говорите. Конечно. Я помолчу. Где ты был вчера? В эти покои принесли отраву. Где же ты был? Хюрем Хатун. Я уже предупреждал. Прошу не говорить в таком тоне, или... Или что? Снова отравишь меня вместе со своей султаншей Махидевран?